новом еще по центру. Я сегодня был у психолога, но как-то без... Как это... Чуть-чуть безрезультатно. Вот в прошлый раз, когда я сходил, но вот прям реально легче стало. Вот прям намного. А сегодня, ну, стало легче там на процентов 10-15, допустим, вот. И все. Но она мне сказала несколько тем. Я, возможно, даже бы попробовал для того, чтобы вам рассказать, что это такое. Значит, я вообще спросил, стоит ли мне сходить к психиатру. Она мне провела тест кое-какой. И сказала то, что, ну, мне особо сейчас не надо к нему идти. Но... Она говорит, если хочешь для контента сходить, сходи, и потом зрителям своим расскажешь, как там. Вот, и я подумал, ну тогда, блядь, ну, если, блядь, мне сказали для контента сходить, то придется для контента сходить. Вот, а дальше что еще реально? Пуксик, что тут дверь закрыта? Это что такое? А, ладно. Вот. И еще я хочу попробовать, оказывается, есть групповая терапия, и она бесплатная, и вообще, что это такое, это там люди по кругу садятся, но не как в фильмах, как оказалось. Я думал, вот как в фильмах садятся и говорят, здравствуйте, я анонимный алкоголик, вот эта вся хуйня, вот, это чуть-чуть не так работает. Вот, как сказали, там даже, типа, больше не в плане того, что один говорит, а по поводу того, что все спорят друг с другом, так или иначе. Вот, ну там типа человек 10 собирается, и они 3 часа сидят о чем-то болтают. Мне сказали то, что, ну, можно попробовать сходить, узнать, что это такое. Может быть, нормально будет. Но дело в том, что я боюсь туда идти, потому что там мои проблемы нахуй никому не нужны будут. Я практически в этом уверен. Вот, почему? Потому что, ну, туда придут, блядь, люди, у которых родные, естественно, блядь, в Украине есть. И понятное дело то, что если у тебя есть родные в Украине, то у тебя побольше проблем, и тебе побольше есть о чем плакать, чем какому-нибудь пятерке какую-нибудь хуйню свою нести. Вот, поэтому бом-бом, вот, что я могу сказать, бом-бом. А, чё вам еще реально там? Ну, короче, блять, я что-то... Вот как-то сегодня не подотпустило. Я чувствую, я ждал сегодня какую-то магию, то, что меня отпустит, а в итоге не отпустило. Но то, что я новости не читаю... А, мне сказали, то, что я сплю, это стандартная реакция организма на то, что происходит, прикиньте. То, что я сплю по 10 часов, иногда по 12 часов в день. Вот, ну, не высыпаюсь, типа, вообще, хотя, ну, поспал нормальное количество времени для себя. Как оказывается, организм, если нервничает, то ему надо, типа, больше времени потом, чтобы восстановиться. Ну, грубо говоря. И... Ну, вот, вот так вот. Оказывается, я дохуя, видимо, нервничаю. Да, Пэк, что еще? А ты на меня гнал, потому что я много сплю. Да, потому что нельзя много спать. Ну, а ты на меня гнал. Потому что я не вижу тебе причин нервничать. А теперь ты понимаешь, почему я дофига сплю. А что, какие у тебя причины нервничать? Ну, у меня много, наверное, причин. Ну, по сравнению, наверное, с вашими проблемами они не очень, но все равно мой организм нервничает. Ну, ладно, хорошо. Пойду. И я поэтому много и спала. Ладно. И по сей день не высыпаюсь. Угу, угу. Вот так вот. Да. Угу. А ты что там, за дверью постоянно стоишь, подслушиваешь, то, что я рассказываю? Ну, да, потому что ты мне ничего не рассказываешь. Ладно. Ну, давай, пока, Пук. Прям под дверью сидит, прикиньте, видимо, и подслушивает реально. Бля, иду сегодня по улице, такую, ну, что-то иду, вижу, такая соска идет по улице, такая у нее жопа, бля, я такой, нихуя себе, блядь. Вот, ну, думаю, не буду на нее обращать внимания, вот, ну, у меня-то Соня есть, вот, а она, прикиньте, сама ко мне подходит и говорит, пятерка, я думаю, нихуя, у меня что, такие подписчицы есть? Вот, думаю, ебать, блядь, такая соска, и сам и меня знает уже. Вот, ну, короче, мы с ней сфоткались, я говорю, ну, там, типа, отметь меня в Инстаграме, вот. Можешь меня от... Чё, Пук? Какая чекса? А? Пук, какая чекса? Пук, ты чё подслушиваешь? Я не подслушиваю. А откуда ты эту инфу узнала? Да я на кухне стою, тебя слышно? Не? Пук, чё подслушиваешь? Это была проверка, Пук.
проверка на то, что ты с какой-то бабой сегодня фоткался? Пук, это проверка тебя была. Зачем ты с бабой фоткался с какой-то? Я тебя проверял. И чё? Проверил, ты подслушиваешь сидишь. Ну, под дверью. Потому что ты мне ничего не рассказываешь. Ну чё, я тебе сколько раз еще отвечала? Скажи, а? Чё подслушиваешь сидишь? Короче, мы потом с ней поебались, бля, там...